Донбасс номер два. Четырехкратный чемпион России и мира Алексей Пивоваров. Помост номер три. Кандидат мастера спорта из Нового Уренгоя Николай Маджар. Помост номер четыре. Кандидат мастера спорта из Новосибирской области Михаил Иващенко. Помост номер пять. Мастер спорта, победитель первенства России и мира среди юношей Сергей Тимошенко, Омск. Давайте поближе познакомимся со спортсменами группы сильнейших в этой категории. На первом помосте Павел Васильков, 1971 года рождения, мастер спорта международного класса, военнослужащий. Он чемпион Кубка мира 96 года по длинному циклу и многократный призер всех российских и международных соревнований последних лет. Наиболее удачно у него идет выполнение первого упражнения толчка. И посмотрите, как технично он это делает. Никаких лишних движений. Личный рекорд Павла 130 подъемов. Тренируется Павел Васильков под руководством тренера высшей категории Виктора Бегуна. На втором помосте мастер спорта международного класса Алексей Пивоваров. Он 1976 года рождения. Чемпион России четырех последних лет. Чемпион мира четырех последних лет. Живет в Ярославской области, в городе Рыбинске. Тренируется под руководством тренера высшей категории Михаила Гоголева. 3 минуты. Лучшее достижение в толчке 134 подъема. Также молодым спортсменам можно посмотреть за техникой выполнения. Вот посмотрите, как Павел Васильков и Алексей Пивоваров выполняют толчок. К этому нужно стремиться. На третьем помосте Николай Маджар с Нового Уренгоя Тюменской области. Он 1973 года рождения. Тренируется под руководством Ивана Беженаря. Кандидат мастера спорта. Лучший результат в толчке 50 подъемов. 4 минуты. На четвертом помосте Михаила Иващенко из города Куйбышев Новосибирской области. Опытный спортсмен 1959 года рождения. Тренируется самостоятельно. Восьмикратный чемпион Новосибирской области, участник всероссийских сельских игр последних лет. Лучшее достижение в толчке 63 подъема. На пятом помосте Сергей Тимошенко, Омская область,
мастер Никодьева и установлен он в 1993 году. Давай, Леша, Леха, держи, давай, минутку. Держи. Работай, работай, Леша. Держи. Давай, снижай. Держи, Леша. Паша, поработай, поработай. Чуть-чуть отстаешь. Держись! Еще давай, 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 Паша, давай! Пивоваров первый, бородатый. Организатор гиревого спорта Омской области, президент Федерации гиревого спорта Омской области, судья республиканской категории Игорь Гросин проводит награждение в победителей чемпионов в толчке двух гирь весовой категории до 80 килограмм. Звание чемпиона с результатом 126 подъемов завоевал мастер спорта международного класса из Ярославской области Алексей Пивоваров. Награждается чемпионом чемпиона дипломом и денежным призом. На втором месте его постоянный соперник, друг жизни Павел Васильков, мастер спорта международного класса из Пермской области, 122 подъема. Бронзовый призер, мастер спорта Сергей Тимошенко из Омской области, его результат 85 подъема.